Как было показано в прошлом видео, уравнение для скорости прямого процесса и для скорости обратного процесса поскольку ток обмена то суммарный измеряемый ток стадии разряда ионизации можно представить в виде и, следовательно, в итоге для скорости прямого процесса получаем а по уравнению Нернста равновесный потенциал, отсчитанный от стандартного потенциала той же самой реакции, равен тогда это уравнение, а также уравнение являются основными уравнениями теории замедленного разряда.